Ну и начнем выпуск главного события последних дней. Это выборов президента России. Явка на выборах в Башкортостане на 18 часов сегодняшнего дня превысила 80%. Об этом сообщили на брифинге в Центре избиркома республики. При этом эксперты ожидают, что по окончании трехдневного голосования будет поставлен рекорд по активности избирателей на выборах президента страны с 1991 года. Ну так, в первый день голосования, 15 марта, после закрытия всех 3300 работающих в Башкортостане участков, явка на выборы составила 36,66%. Тогда проголосовало более миллиона избирателей республики. По итогам второго дня, 16 марта, цифра достигла 64% 82%. На 10 часов утра 17 марта Центр избирком отчитался о 67% проголосовавших, а на 12:30 часов по местному времени явка превысила 71%. На 15 часов явка составила 78,46%, ну а на 18 часов достигла 80,06%. То есть на это время проголосовало почти 2,5 миллиона человек. Лидерами по активности жителей на выборах президента страны традиционно являются районы Зауралья и северо-востока Башкортостана. Среди городов это Агидель, Нефтекамск, Стерлитамак. Напомним, что трехдневное голосование завершится сегодня в 8 вечера, после чего участковые и территориальные избирательные комиссии начнут подсчет голосов и данные протоколов, конечно же, оперативно направят в Центр избирком республики.